Всем привет, с вами Елена Смирнова. Это видео по новому зарубежному буксу ClixCoin, где мы собираем сатошики. Минимальный вывод 20 тысяч сатошиков. Ну что, мое впечатление о буксе, я думаю, что букс будет платить, мне кажется, и неплохой. Значит, я уже наклюкала 121 сатошинку. Вот мой баланс. Основной баланс вот здесь отображается. И нам при регистрации еще дают на рекламный баланс 2000 сатошиков. Можно рекламировать свои проекты. Ну, вот так вот он выглядит. И я вчера как бы уже рассказывала. Значит, вот здесь переход. Я перевела на русский, как бы, чтобы понятнее было. Здесь будут отображаться партнеры. Здесь у нас находится наша партнерская ссылочка. Здесь вот она зашифрована, как бы. Можно и копировать, и как обычно мы привыкли. А вот здесь уже имя пользователя мы придумываем, как бы логин, да? Здесь будет окошко вставить логин. И у вас генерируется вот такая вот ссылочка уже по логину вашему. Потому что при регистрации вы вписываете свое имя. Там email, пароль, вводите капчу, нажимаете зарегистрироваться. Вам на почту приходит письмо. Переходите по ссылочке и заходите по-моему, электронной почте и паролю. А уже здесь вписывайте свой логин. Далее. Заработать биткоины. Вот здесь серфинг объявлений. Здесь и по 12 сатошиков, и вот по 5 сатошиков. Нажимаем вот сюда на зеленую вкладочку. Нас перебрасывает на страничку. И в адрес, не в адресный, а вот в название, где ссылочка наша, пойдет отсчет времени. Время заканчивается, мы опять переходим на страничку, предыдущую не закрываем. Опускаемся чуть ниже и нажимаем на синюю вкладочку «Проверить». Загорелась зелененьким цветом, все. Можно ту вкладочку закрыть, она нам не надо. И нам засчитались сатошики. Вот 126 сатошиков у меня стало. И что я еще хотела сделать? Так, вот здесь у нас в настройках. Так, настройки. Так, это общие настройки. А вот здесь вбить нужно свой биткоин кошелечек. Вот сюда вот в эту строку вбиваете, нажимаете «Сохранить». И у вас сохранен кошелек. Есть группа на Facebook у нас. Можно как бы нажать «Нравится». Вот и у меня я нажала «Нравится», да? Далее, что еще у нас есть? Twitter. Вот это вот, не знаю что. И Telegram. У кого на компьютере установлен или на телефоне, есть Telegram. И есть еще внутренний чат. Вот. Можно тоже общаться, как бы, да, вот здесь все. Все общаются. Я сверну. Я хочу сделать... Что я хочу? Я хочу разместить рекламу. Вот, серфинг рекламодателя объявлений. Нажимаю. Так как у меня на балансе 2000 сатошиков бонусных, можно поместить свое объявление. Значит, старт. Как бы запустить начало кампании. Нажимаю на синенькую вкладочку. Сейчас запустим объявление. Значит, смотрите. Вот здесь стоимость за просмотр 5 сатошинок. Можно сделать побольше. Вот. Ну, пусть у меня по умолчанию 5 сатошиков.
И будет. Значит, сейчас я буду, что мне такой про вот этот я буду, значит, вводим ссылочку, вот этот свою игрушку. Я ее копирую. Так, сюда вот, так, вот сюда. Вставляю ссылочку свою. По умолчанию пусть у меня будет так вот 5 сатошиков. Далее. Так, продолжительность 5 секунд. Сюда описание. Описание. Вот такое описание. Пусть будет, сейчас скопируем. И так, вот сюда описание. Так. Все, смотрите. Так, ссылочка у меня по умолчанию. Если вы решите присоединиться, пожалуйста, можете ставить здесь ползунком сколько вам угодно. Так, я же, пусть у меня так будет. Значит, все здесь, предварительный просмотр заказа. Вот описание, URL, стоимость за просмотр 5 сатошиков, продолжительность 5 секунд. Так. Ну что, так, здесь что у нас? Цена от 500 за посещение. Так, объявления будут открываться на новой вкладке. Ясненько. Так, значит, начать после утверждения. Начать. Так, начать. Да. Так, ну что, давайте я попробую. Получится у меня. Начало кампании. Все замечательно. Смотрите. Значит, сразу зелененьким светом загорелось. Ну, вкладочка вот такая зелененькая, значит, и галочка стоит. Значит, все прекрасно. Давайте я переведу на русский еще разок и посмотрим, что у нас. Успех! Ваша новая компания представлена и должна быть добавлена очень скоро. Ну и пусть раздали 2000 сатошиков, надо использовать. Так, здесь вот у нас просмотр за сегодня, за всего, ну вот, и начало кампании. Вот. Ну что, вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся. Да, как я уже сказала, дает 2000. И вот у меня уже накликано. Просматривается рекламка быстро. Вот. Ну и группы есть. И я думаю, есть будущее у этого букса. Ну, вроде как все такое рассказала. Основное. Ну что, на этом я буду заканчивать. Без вложений. Вывод, естественно, будем проверять, как наберу 20 сатошиков. Значит, и тогда и буду, как денежка придет. Ну, там уже буду смотреть и делать видеообзор, буду мониторить. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Пока-пока.